Всех приветствую, продолжаем знакомиться с интересными людьми, актрисами. Флоренс Робертс, американская театральная актриса, вторая жена актера Льюиса Моррисона. Я пользуюсь Википедией переводной. Робертс родилась в Нью-Йорке 14 февраля 1871 года, но выросла в Калифорнии и рано добилась успеха в районе Сан-Франциско, начиная с 1889 года. Она выступала в театре Болдуина и театре Алькасар, часто играя роли Шекспира. В 1905 году гастролировала по пьесе под названием «Анна Ламонт» под руководством Джона Корта. Гастролировала по пьесам на западе Соединенных Штатов, но редко бывала в Нью-Йорке. После Первой мировой войны она гастролировала по Южной Африке в сценической адаптации «Миссис Викс» с капустной грядки. Это роман американской писательницы Элис Хиггес Райс о семье южан, которые с юмором справляются с бедностью. После возвращения в Соединенные Штаты снялась в нескольких немых фильмах, а затем ушла на пенсию. Наибольшим сценическим успехом Робертс добилась в «Силе слабых», поставленной на Бродвее в 1906 году. В том же году умер Льюис Моррисон, и позже она снова вышла замуж за актера по имени Фредерик Вогединг. Умерла в Лос-Анджелесе в 1927 году в возрасте 56 лет после операции. Но так вкратце, данных не очень много. Данные из переводной Википедии у американской театральной актрисы Флоренс Робертс. Пока-пока, до свидания. Смотрим фотографии.